Представители коммерческой организации ООО «Экспертпродукт» совместно с администрацией города накануне передали военнослужащим Каспийской флотилии, которые находятся в зоне СВО, гуманитарную помощь. Приятно, что мы передали именно то, что действительно было нужно военнослужащим. Это тоже было как бы реализовано благодаря тому, что прокурор Махачкалинского военного гарнизона как бы нам дал возможность контактировать с руководством флотилии, которое нам, как бы, в свою очередь указало на нужные. То есть мы собрали этот груз, передали, и сегодня уже груз уехал в зону специальной военной операции. В состав груза вошли системы жизнеобеспечения, электрогенераторы, водонагреватели, насосы, триммеры, пластиковые душевые емкости и бензопилы. Как отмечает Виктория Гаджиева, помощь нашим бойцам – материальная либо весточка из дома – это наш долг, и для них это очень важно. И сейчас все наши бойцы, мобилизованные или контрактники, они защищают наши с вами интересы, интересы нашей страны и, как бы, интересы каждого из нас в отдельности.